Видео предоставлено сайтом onlinegdz.net. Всем здравствуйте! Сейчас мы выполним задание Lesson 30, урок 30, Part 2, часть 2, Exercise 1, упражнение 1. Расскажи динозаврику Дайна, что надо делать, чтобы быть здоровым. Итак, сначала скажем по-русски. Для того, чтобы быть здоровым, нам нужно есть морковь, яблоки и капусту, а также есть кашу, сыр и пить молоко на завтрак, пить сок каждый день. Ты должен умываться и мыть руки, чистить зубы каждый день, бегать по утрам, кататься на коньках, на лыжах и играть в футбол. Не быть ленивым. Теперь скажем это по-английски. Итак, есть морковь. Eat carrots. Яблоки. Apples. И капусту. And cabbage. Есть кашу, have porridge, сыр, cheese, и молоко, and milk. На завтрак, for breakfast. Пить сок каждый день. Drink juice every day. Ты должен умываться. You must. Мы будем использовать этот модальный глагол. Must wash your face. И мыть руки. And hands. Чистить зубы. Clean your teeth. Every day. Бегать по утрам, run in the morning, кататься на коньках, skate, кататься на лыжах, ski, и играть в футбол, and play football. Не быть ленивым. Don't be lazy. Итак, мы составили свой рассказ. Давайте его еще раз прочитаем. Eat carrots, apples and cabbage. Have porridge, cheese and milk for breakfast. Drink juice every day. You must wash your face and hands, clean your teeth every day, run in the morning, skate, ski, and play football. Don't be lazy. Это советы динозаврику Дайна, что нужно делать, чтобы быть здоровым. Задание выполнено. Если хотите смотреть остальные видео, подписывайтесь на наш канал и на наши группы в социальных сетях. Спасибо за внимание.